Всем привет. Получил очередной заказ. На этот раз от магазина от Armitec.ru. Что-то я озадачился вопросом покупки себе фонаря. Вот у меня весеннее обновление идет. Рюкзак заказал себе. Сейчас вот фонари. И у меня есть фонари, у меня есть конвой. Ну, такой вот это, да, самый дешевый 2S+. Такой вот есть Криллант налобник. Но я всегда себе хотел L-образный фонарик, и я на этих, кстати, фонарях перепаивал диоды, свет там подбирал себе, температуру света. Ну, по результату что-то я вчера сидел после работы, рылся в интернете и смотрел фонарики, и увидел, у меня было, да, желание поменять себе фонари, ну, приобрести хорошие, и тут вот я нарвался, там люди делают обзор Armitec, они предлагают там купоны. Там есть у кого 15, но есть товарищи 18% скидка. Вечером вчера я сделал заказ, уже там часов, не знаю, 10. Вот уже сколько сейчас, 1:30 дня. То есть вот на следующий день мне привезли. Фонарь стоит 6700, со скидкой я его взял за 5500. Доставил курьер домой. Курьер из Достависты. В Москве, слава богу, есть этот сервис. Вот так вот он упакован. Пакетик. Опять одна рука. Ну, в принципе, вот один момент. Фонарь уже не новый. Ему 2 года. Вот, но диоды у него стоят, не помню, как у него там аббревиатура, 50-й диод, XH какой-то там, вот, гарантийный талон, я так понимаю, или это, так вот, письмо. Закрытые, удивительно, да? Ну и сам фонарик. Взял с холодным светом. Ну, холодный тут он идет 4200 кельвинов. Там, если теплый, 3900. Ну, в общем, вот фонарь. Запечатанный. Такой вот комплект, магнитная зарядка, налобные крепления, крепление на руку, клипса и две резиночки. И вот это вот сама красота, которая должна быть. Приятный фонарик. Такой вот он по сравнению с конвоем. Почти одинаковый размер. Такой вот с Криллантом. Да, Криллант, конечно, по сравнению с Визардом Армитека. Просто бандура. Огромная. Хотя он мне казался небольшим. Ну, фонарь не горит. Попробую зарядить. Попробовать. Или он на предохранителе. На предохранителе, судя по всему. Да, вот чуть-чуть неудобно снимать. Если удобно одной рукой, то закручивать фонарь. Новый неудобно. Сейчас, секундочку. Так, коленками зажал. И вот он. Фонарь. Холодный свет. Ну, тут, кстати, действительно он холодный.
холодная температура света. Он прям белый. Даже вот сейчас вот, вот вы видите свет. Солнечный свет. И вот это он светит на покрывало. И вот свет фонаря. Он прям... Ну, в общем, как-то так. Удачных покупок. Буду смотреть, пробовать.